Братья-десантники, поздравляю вас с 93-й годовщиной воздушно-десантных войск. Сегодня собрались здесь, в Ивангороде, десантники, которым, ну, скажем так, из Нарвы, из Ивангорода, тем, кому не безразличен этот праздник, который действительно сейчас идет военная операция, и слишком много, очень много погибает наших ребят. Поэтому, а не отметить день рождения ВДВ, я считаю, это неправильно. Поэтому всем, тем, кто находится на СВО, вернуться домой живыми, а всем остальным, как мы не здоровья, получаем семье и мирного неба. Он восстановлен, тот памятник Нарвский, поэтому не возложить. А при освобождении Нарвы Ивангорода погибло очень много десантников. Поэтому, конечно, вот такие места возложения. Ой, я маленькая, не достану. Пойдем. Не будет. Почему? Возложение здесь, потому что первое, во время Великой Отечественной войны, при форсировании реки Нарова и здесь, при освобождении города Ивангорода, погибло тоже очень много десантников. А Великая Отечественная война показала, что, даже Великая Отечественная война показала, что десантники всегда на высоте. Так же, как сейчас в этих вот войнах, которые проходят локально. А на Украине тем более доказывается, что ну, без десанта никак. А поэтому здесь вновь установленному памятнику, здесь возложение цветов всем тем, кто погиб в разное время, тем более в Великую Отечественную войну. Покровитель воздушных десантных войск. Но многие не знают, почему. Потому что Господь его забрал к себе в теле. Вот. Его нету на земле могилы и пророка. Вот. Он на колеснице вознес, на огне на колеснице на небеса. И когда воскресение, всеобщее воскресение на суд Божий, он вернется. Вот. Поэтому и воздушные десантники, они тоже на колеснице, тоже воздушные. Как говорится, потому что просто так не взлетишь всегда на самолетах. Вот. И есть особый аппарат, который называется парашютом, на котором они пускаются с этой колесницы на землю, чтобы делать то, что им доверено. Вот. Поэтому всех вас поздравляю с праздником. Воздушно-десантных войск. У них особый девиз, никто кроме нас. Вот, это вот сейчас я встречаюсь и с теми, которые сегодня ведут особый бой тоже. Здесь уже бой идет за выживание, можно сказать, потому что здесь однозначно на землю нашу, они не скрывают, что они хотят ее захватить и распорядить с теми, что нам по праву принадлежит. Им это не принадлежит. Вот, поэтому и вспомним наших ребят, которые здесь лежат, Антон, Владимир, которые отдали жизнь. Владимир в огне геройски погиб в бою. Вот, и здесь Антон тоже. Это не каждый может. Они были, как говорится, в первых рядах. И во веки веков, аминь. Святый Боже, Святый Крест, Святый Дух, Святый Боже, Слава Тебе, Святому Духу, Христу и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иисусе на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе. Единости святей Твоё покрываются, упокой души во стойке, отдадимости человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты си Бог сошедова, Ты за кого награждены, самый душа Твоих упокой, и ныне пресно, и во веки веков.